Здравствуйте, ребята! Сегодня в нашей волшебной мастерской мы с вами сделаем замечательную поделку. Вы узнаете ее? Это Божья коровка. Для того, чтобы ее сделать, нам необходимо взять лист красной бумаги. Еще нам понадобится, я заранее сделала эти заготовки, маленькие кружочки, тоненькие полосочки черной бумаги для усиков, глазки. Я уже взяла готовые, но вы можете их сами сделать из белой бумаги и на ней нарисовать зрачок. И небольшой прямоугольник из черного картона. Для того, чтобы сделать крылышки нашей Божьей коровки, мы берем красный лист бумаги и начинаем сворачивать его в гармошку. Для этого по длинной стороне складываем его пополам. Не спешим, тщательно заглаживаем наши линии. Потом каждую половинку, нижний край совмещаем с линией изгиба и верхний край совмещаем с линией изгиба. Не спешим, чтобы наша Божья коровка получилась красивой, надо все делать аккуратно. Затем каждую половинку еще раз складываем пополам, совмещая нижний край с линией изгиба и верхний край с линией изгиба. И здесь смотрим, если у вас получились широкие складки, можно их свернуть еще раз пополам. Я решила это сделать. Складываем хорошенечко, наши сгибы все проглаживаем. Так, а теперь разворачиваем и собираем аккуратно гармошку. Эта работа требует времени, поэтому я сделала ее заранее. Вот такая гармошка у нас получилась. Мы ее складываем пополам. Сложили хорошо, загладили и соединяем две половинки при помощи клея. Вот получились крылышки нашей Божьей коровки. Теперь нам нужно сделать головку. Для этого берем прямоугольничек из черного картона и срезаем углы, закругляя их. Вот наша головка. Приклеиваем глазки. Я взяла готовые, но вы можете из белого листа бумаги сделать маленькие кружочки и в них нарисовать зрачки. Тоже приклеить, если у вас нет готовых глазок. Так, еще у Божьей коровки есть усики. Беру тоненькие полоски черной бумаги, намазываю их клеем и приклеиваю их снизу нашей головы. Усики можно немножко закрутить. Сейчас я их закручу, чтобы они были более похожи на настоящие. Вот такие. Так, теперь прикрепим голову нашей Божьей коровки
крылышком. Намазываем хорошо клеем. И приклеиваем крылышки. Приклеиваем. Вот. У божьей коровки на крылышках точечки черные. Я их сделала тоже заранее. Небольшие кружочки из черной бумаги. Сейчас мы ее украсим. Я думаю, достаточно. Сейчас еще один. И вот наша божья коровка готова. И с ней теперь можно поиграть. Божья коровка, черная головка, полети на небо, принеси нам хлеба черного, белого, только не горелого. Вот такая божья коровка у меня получилась. А у вас, наверное, получится еще лучше. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.